Добрый день, дорогие мои! Согласно мастеру фэн-шуй, такого февраля, как этот, больше не будет в нашей жизни. Что, вы еще не слышали? Удивительная геометрия. Всех дней в этом феврале будет по 4 штуки. 4 понедельника, 4 вторника, 4 среды, столько же четвергов, пятниц и выходных дней. Томным голосом женщина, которая гуляет по мессенджерам, сообщает. Такое происходит один раз в 823 года. Поделитесь этим сообщением с 5 людьми, и деньги придут уже через 4 дня, обещает дама с томным голосом. Я понимаю, что никто в это не верит, но на всякий случай это пересылают. Я вот тоже на всякий случай рассказал об этом в бисере. Ну, мало ли что. А прямо сейчас о том, что будет на этой неделе. Я даже не знаю, как относиться к тому, что жиреют в основном бедные. Ученые сделали такой вывод, соотнеся размеры подопытных с размером их заработной платы. Выяснилось, чем толще кошелек, тем стройнее его обладатель. Вот депутаты городской думы почти все в прекрасной форме. Что ж, остается за них только порадоваться. 23 января состоится первое в этом году пленарное заседание Пермской городской думы. Одним из важнейших документов, который предстоит принять народным избранникам, являются правила благоустройства Перми, в которых отдельного внимания депутатов удостоились даже вездесущие пермские заборы. Их тоже унифицируют. Какие заборы нравятся депутатам, узнаем уже завтра. Холодало. Вы заметили? А это все антициклон с Карского моря. Очень холодная воздушная масса. Но холода идут на спад. По мнению синоптиков, морозец отпустят уже к среде. Но начнутся осадки на большей части края. Ну а пока вечерами холодно, это повод поделать домашние дела. За время праздников их накопилось. А ведь по народному календарю сегодня вообще Филиппов день. В это время было принято затевать уборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать святки». Что это у вас? А, святки. Ну-ка, смывайте. А в случае с продажей спорткомплекса «Спартак» нужны не торги, а конкурс, считают пермские антимонопольщики. Потому что разница в формулировках может привести к сносу здания манежа. Новый приобретатель имущества никак не связан какими-то обязательствами. То есть он может использовать имущество по своему усмотрению. Ну, даже, условно говоря, взять, снести, там, на этом месте построить что-то, торговый центр, к примеру. То есть, ну, вот будет у нас еще один торговый центр в городе вместо там, спортивного манежа. Такое предложение не устроило городскую администрацию, поскольку все это в конечном итоге может привести к закрытию сразу нескольких спортивных секций, которые долгие годы базируются на площадке спортивного манежа. Региональные антимонопольщики приостановили процедуру торгов и планируют обязать собственника внести изменения в документацию, где будет прописано, что новый владелец сохранит целевое назначение спортивного комплекса. УФАС рассмотрит жалобу мэрии Перми уже сегодня. Я, конечно, понимаю, что утро не то время, но это просто красиво. 2 века назад Чарли Критос изобрел поппер, машину для попкорна, а сегодня у этого блюда день рождения. Еще в начале 16 века коренное население Мексики использовало попкорн и не только в качестве еды, но и в качестве украшений для волос и ожерелий. А европейцы узнали про попкорн лишь в 1630 году. 22 января этого года английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводеквайна мешочек попкорна. А вообще это выглядит, ну, прям как цветущие кактусы. Помните, я как-то показывал видео? Кстати, при благоприятных условиях зерна кукурузы могут сохраниться очень долго. И свидетельством этому являются зерна, найденные археологами в захоронениях в Перу. Их возраст превышает 1000 лет. Тем не менее, многие из них, да хоть сейчас, можно использовать для приготовления воздушной кукурузы. Вот и нам с вами хорошо сохраниться на этой неделе. До встречи!